Ну вот и подошел к концу обучающий курс. О многом мы с вами поговорили, многое узнали, посмотрели. Теперь все дело за вами. Хочу еще сказать, что не стоит расстраиваться, если на манке не все получается так четко и быстро, как хочется. Но важно понять, что только тренировками и охотами можно прийти к желаемому результату. Лучшие судьи, это, конечно же, сами гуси. Поэтому, если у вас есть ошибки и не получается чистый звук из манка, где-то не получается клакинг, йодли, это не означает, что нужно сидеть дома и тренироваться. Нужно охотиться с тем, что получается. В совокупности ваше умение пользоваться манком, маскировка чучела, наличие птицы принесут вам желаемый трофей. Я попытался дать вам основу для этой непростой охоты. Охота на белолобого гуся и охота на гуся. Надеюсь, что у меня это получилось. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пишите мне, не стесняйтесь, на электронную почту. Она есть на коробочке от диска. Я всегда нахожу время ответить, и ни один вопрос не останется без моего внимания. Также подписывайтесь на мой канал в YouTube. Я постоянно добавляю туда видеоролики с охоты, обзоры манков и снаряжения. И отслеживаю комментарии. Если что, задавайте там комментарии. Всегда рад новым знакомствам и предложениям. Охота с духовым манком позволяет человеку, охотнику, приблизиться к природе, поговорить с ней на одном языке. Только правильная охота сможет принести те ощущения, которые запомнятся на всю жизнь, останутся в памяти. Только так можно понять, оценить, полюбить родную природу. Самое главное – не лениться, и удача всегда будет с вами. До скорых встреч!